Ой-ой-ой, какая красота. Что-то мне только это не нравится. На этом. Так, что, кстати, где-то еще даже висит. Так. Вообще того стоишь, нет? Почему там это кристалл? Погнали. Сейчас в живых или ну что-то там такое, бля, мне сего немножко неудобно. Это рейд, ага.
мана нету нифига. В магазинчик вы еще это за маной это сходить. Что такое? Твоюж налево-то. Как я там буду дойти теперь нормально? Я боюсь. Из этого или я не купила нифига. О, минус, блин, можно рынок твою дивизию. Походу не купила баночку. Там осталось 3-4. Блин, банк во время смерти купить никак. Там либо таланты по фасту поменять.
Либо-либо, потому что он что-то прям совсем это едает. Бля, надолго так. Осталось 4 человека. У одного 3 осталось. Всё. Слева тут отображается. Трое. Там одному лицо оторвали. Паладину, походу. Кто там куда кого покинул? Так, пофигу вообще. А, ну понятно. Так, окей. Да. Так, тогда покинуть. Так, где она была-то? Так, торговая. Так, рынок. Где эта хрень? Раз, номер программы. Где она? Так. И где-то здесь. Так, давай-ка залезем. Вот эту хрень надо. Так. Снайперский. Беспорядочная стрельба. Это, кстати, можно. И... Сойдет. Так, где эта хрень? Все, ищи пока что. Тут берет он обратно довольно быстро. Судя по всему. Так, где вообще эти? Вылезти. Я что, его зря собираю, что ли, чтобы его потом не гонять? Быстро. Дай. Something inside my head. No sympathy, no sympathy. My medication made me feel undead. No sympathy, no sympathy. And when I couldn't relax on account of my panic attacks, you told me you had enough. Just take some Atarax. And when I went to my scans, I saw I was dreading my death. Да, я прям вовремя. Я согласна. И...
начинает. Еще писать успевает там. Випир! Вот тебя только не хватало сейчас. Нет, Зефир, ты туда не идешь. Блин, как же она мешает? Вот еще такие тайминги прям выбирает. Интересно, это хрен случай, чего шотнет? Ой, нас там полегли опять. Ах ты ж. Зефир, вообще сейчас не вовремя. А, ну понятно. Это лайт. Прервите его. Дайте же нафиг. Нечего. Yes.
бизнес. Ты почему пакостишь, когда я там где-то бегаю обязательно? Ты зачем это делаешь? Чудовище! Мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр. Здорово. Что касаемо прерывания, вопрос. Мне же казалось, где-то эта хрень была, бля. А у меня доедят. Зефир. Разворот на стримере, ничего такого. Last night with a ghost in my bed, told myself I was sick in the head. Closed my eyes to make her go, open them wide, she was inching close. I wanna get to know you, but I don't play hide and seek. Come witness the true power of the monarch. I'm physical, I'm cynical, things I don't believe. Your suffering has only just begun. I've been trying to make you special. Okay.
but she got the reins. It's not good for my mental state, but I can't move on and I can't go back. Oh, I got time to spare. Oh, I ain't going nowhere. I'm stuck in the backseat. That's a COVID. They don't want to run. Oh, just begun. Я на ЗПТ заявку кидала. Черт. Лоу хп осталось. Два человека, все. Из тысячи. Почти. Так. Подтвердить рынок. Так. Да, что? Кто там покидает, зараза?
Мешает что-то коснуть? Не, все нормально. Блин, что такое? Да блин, ладно, походу. А, понятно. Это надолго. Так все хорошо было, а? Где осталось?
Теперь только ждать, походу. Сила стоит. Ты зашел? Да пойдем. Тут тем более сразу надолго. Или типа ты что-то смотришь? Войс. Есть такая кнопочка принять. Да ладно. А тебе по всему дому сразу стало вот это вот звонить, да, там? Офигеть, конечно. Не убили. Вот чуть-чуть миллиметраж остался. Нас осталось человека 3, и нас она просто убила. Там то ли танк отъехал, то ли что. Окончательно, короче. Я на банках не дожила. Пяти совсем не хватило. И все. Три хила, два танка, ПДшники. Давай. Попытка номер 200. Зараза. Enough in time.
strong all my life. I never lost, but I missed. She gave me by the she was the one for me. Как все сплоченно бьют одну цель, аж прекрасно. У нас еще вроде дальников нормально так. Важно вроде быть попроще. Блин, зачем прожала? Это мне лужу вообще не дает в этот раз. Thank you.
only just begun. Я, кстати, сегодня только-только вспоминала про эти лужи, блин. Где-то же они должны начаться, чтобы их нормально водили. Вот. Отлично. Вообще чистенько просто, прекрасно. Вообще по красоте. Лужки наши. Опыт. Время зачистки. Дед. По красоте. Я хочу посмотреть на эту прелесть. Красные ячейки. Где же я эти камни-то возьму? Так, рынок. А что, мышь? О, у меня мышь села. А? Как раз после рейда. А где проводочек? Где-то был, я даже не помню где. А я не могу. Плащ глянуть, я не знаю, где у меня провод. Что-то я не помню, где оно. Проводов. Так, кстати, можно вообще армитату подключить. Я должен дефиничу. Как же вовремя. Спасибо, что не во время рейда, господи. Я на днях прулыкала, что оно должно было когда-нибудь там сесть, потому что давно не это. Не кушала. Ну, чтобы так. Да, началось это.
Ну да. Защита. Вот так, ради крита, короче, если. Так. А, меня вообще нет интересовало. Вот это, кстати, прикольно. Так, только мне не надо, наверное, пока. Четыре чего? Это что такое? Виды образа жизни. Так. Непонятно, где эти камни брать. И теория, что крафтить. Угу. Ну, кстати, наверное, можно. Я хожу. Только деньги вроде есть. Что найти теперь? Так, что там по поводу... О, вот это получить, то вот вообще прекрасно. Вот, одна штучка. Вот, броня. Нехило так. Блин, оно все вкусное. Так-то. Если что. Хотя вот это что-то повлекательнее даже будет. Либо подзабить, может, оно мне еще понадобится, хрен его знает. Тут как-то это цены такие нормальные на это дело. Ой, это вообще что-то отдельное, не знаю, что это. Так. Телега, да, возможно. А бычку зарядила? Думаешь? А у меня... Подожди. Обычная... А, вот она, эпик. Элитная, в смысле. Хорошо, что пнул, а то я бы сходила. Конечно, зря по микрофону. Attack.
Как же някают-то, а? Бог игра, ну, мошка, да. Добрый. Блин, теперь провод мышку тяготит, подключила, аж напрягать стала. Да, короче, эти рычаги нужны, чтобы эти вагонетки вовремя сбивать. Релиз еще не знаю, это за БТ только-только. Да я не думал, что они релизить будут. Это в БТ выйдет, скорее всего, и все. Как обычно нормальные люди делают. Но это только второе за БТ еще. Тестировать? Ну, БТ это, считай, просто вместо релиза, по сути. Да, да, то же самое. Мне кажется, она еще не раньше лета, наверное, тогда. Потому что, я думаю, будет еще этапы. Все, первый раз видите, когда игрушка в ОБТ, хрен знает сколько лет. По сути, тот же релиз, просто похалявнее для разрабов, вот и все. Ну, правда, то я хз пробую это, кстати. Там не знаю. Но, по сути, просто не меняется ничего. Так, по деньгам проще вот и все.
target. Switch target. Filling is done. Take this barrage of flies. Господи, дивизию. А, понятно, минус. Пилы это самое. Да, что было дело? У нас этот ойкнул. Как полегли. Что-то неожиданное и внезапное произошло. Так плохо. Вас не разрушить, да, и так, и так. Ну нафиг, я не хочу еще один, еще одну смерть. Конечно, заманчиво. Но, может быть, не надо. А БДОшка душит. Причем знатно.
не скоро это простой. Ну, в нее же задротит просто на, ну, размеренно там. Пришел, пофармил, ушел. Пришел, пофармил, ушел, готов. Я просто настолько размеренно не могу холла пока, поэтому мне лень. Да, красивая. То есть, то есть. У меня там мобильность прикалывает на самом деле. Просто иногда пофармить прикольно. Не, он про БДОшку. Если про сезон, это БДОшка. А чё полегли-то? Воюш налево. На, танк отъехал. Кто-то от кого-то не отошел. Ну, я бы не хотела с ними в рейд. Так. Кстати, что это меня разбавляет такое интересное? А, это что-то шведня сама, да? Да. Интересно. Ну, погнали. Осталось-то немного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это за что сейчас было? Жестокий моб. На самом деле, сама подзаколебалась, там хрен знает, сколько проблем с этим. До этого данжа, потом рейды, блин, потом опять данжи, да вы че? Я уже на половину действий не смотрю. Просто текст смотрю, главное, и все. Ничего страшного не произошло. Да-да-да, конечно, именно меня. Ага. Может, вкуснее всех? Поясочек новенький, приятненько. Так, как 26-й, да? Там 12 часов еще ждать.
значок дружбы, значок дружбы. Лунный кто? Это что такое? А, украшение. Там указывает, украшение было где-то у нее, ладно. Так, подожди, мне интересно было другое. Так, получить награду. Вот это вот что такое? Вот это за наглость. Вот это что это? Мешает. Так, внешний вид. Украшение. О! Не снаряжение в бою. Да я не в бою. Меня тут даже нету. О! Самое то. Когда они на капе что-нибудь сделают, пока не ясно. Сейчас-то все нормально. С ограничением, допустим, но все-таки. Что вы меня трогаете? Я в километре стою. Километре. Фиг пойми где. Надо докопаться обязательно, а? Это куда? Типичные квесты. Квестики, данжики, да, такая тема. Ограничения в сутки, допустим, ты делаешь сюжетку, там дальше активности всякие, закрываешь данжи, допустим, и вот там. Ждешь следующего дня. Окей. У меня, получается, рейды закрыты, данжи закрыты, PvP закрыто. И эти, в принципе, активности большая часть. Еще вот эта пакость, конечно, есть, но пошла на нафиг. Вот. И 12 часов до
следующего дня, типа, можно отдыхать. А завтра будет 30-й, скорее всего. Вот. Кроется. Может, какой-нибудь повыше, но что-то сильно вряд ли. Там данж на 30-е. Так что думаю, что 30 только. Системки там и некоторые говорят, типа, 10-50-ки плохо им, короче, очень сильно. Вообще там ничего не запускается. А я к кому пришла? Это что ли этот? Не, это другое что-то. Рубачит потом. И в принципе все. Можно так эту хрень порегать, раз она не хочет. А, ну надо победить, наверное. Так, подождем подбор. Просто. Не хочу на панели, у меня забито. Где она вообще опять? Что, сольем? Ай. Зефир! Что начинается? Вот, блин, этой кошки нет вообще в районе, когда я просто стою, ничего не делаю, там смотрю квестики, меняю там билды, какую-нибудь фигню, копошу что-нибудь. Захожу в какой-нибудь данж, БГшку и т.д., сразу начинается. Что ж такое-то? Зефир, ага. Где наши? Непонятно. Опа. Надо было это ставить, станчик там. На это дело, а то неприятно, я забыла. Не, КД. А эта скотина может силиться. И это плохо. Блин, где у нас хилы, интересно? Все, до свидания. Привет! Ни одной ОЕшной хилочки не видела. А, ну тут все. Да отстань. Ну давай, давай, давай.
рандомный режим. За мили. Блин, милики все мужики. Меня так это напрягает. Куда бежишь радостно? Вот броненосная фигня. И зайди отсюда. Культу бы в вас, а? Что, пойдем ломать? Пойдем. Как я люблю хилов, а! Как я это обожаю все. У меня сейчас таргет такой с таким хп. Прям великолепный. Должен быть. Так, контент интересен. Надо знать. Понимаешь, мамоха, надо знать конец. Что там на капе? Что на капе, я не знаю. Пока прикольно. С ограничением сутки, но прикольно. Допустим, если они сделают на капе то, ради чего надо будет одеваться, куда-то бегать, т.д., то оно будет нормально. Если будет слишком однообразно, то оно загнется.
Ненавижу этот режим. Как там, вот как? Пойдем Милика сделаем. Вот, блин, что-нибудь было. Просто непонятно, что там. Так, стоп. Милика, это не Милик. Это стоит. У нас по вариантам, по собственно, только Пал, Пес, Вар и Син, получается, из ближников. Из такого дела. Начинаем для группы. Он играет, я не знаю, для тебя походу. Давно не попадались. На мужчине, на каком? Давай все. Какой ты страшненький. Ой. Ладно. А можно сократить, пожалуйста? Какую-нибудь степь. Либо вар. Еще добеги. Дыха. Хотя анимация прикольная. Угу, да-да, конечно. Одинарный есть. Привет. Уклоняйтесь, уклонишься тут, ага, конечно. Игра нагибает кого? Пробуй, перейди, все нормально будет. Yeah.
Короче, анимация вам вместо Kill Chink больше нравится, потому что у него они все какие-то это. Слон. Ты офигела, что ли? Жопа хитрая. Припарковалась она там к моей еде. Оповещение там когда как? На этот случай там 10 телега и есть. Здесь реально умереть? Так, пойдем глянем еще и кого-нибудь. Дико не нравится анимация. Это вот. Ну, посмотри, что у него там еще по ветке. Сломалась сюда, никто ничего не перезапускал, что есть, то есть. Задняя назад. Знаешь? Там никнейм такой забавный. Сколько лет я не слышала этот трек, а? Да ж оно! Да, да, оно. Что у нас там еще есть? Вар. Там фига урон. Да фига его знает. Блин, чё женская нету нормальная? Хватит разносить всё. Чудовище. Люди, а да он дальник. У нас и так, блин, там... Некромант, этот, хил и лучник. Хант. Мага муж. Мы с тобой станцуем на бедном стекле, обольемся бензином, потом подожжем это все для того, чтобы было теплее. В твоей голове мутагер паразит, рассекает вены, словно нейротоксинус. Просто невыноси, это мой способ быть с тобой рядом. Ой, какая. Получилось, по-моему, какая-то скорее это Мисса, блин, из тетради смерти. Судя по спине. Да я сама не маг. На самом-то деле. Так, ну давай.
your damage. Вода какая-то, блин. При особых это каких? Знаешь, мне маг представляется, ну, чем-то таким эпическим, все дела, вот это все, да? А ты такой... Сейчас. Не накопится, может быть, оно. Они анимации такие, знаешь, типа, кинуться сосулькой, что-то вот из разряда. Не врвиглазная, короче. Не, мне не быть магом, я не маг по природе. Я увижу меч, потом все равно, блин, на него пересяду. Фаерспеки. Надо посмотреть еще что там. Оно постепенно все. Действует 8 секунд. У нее, как и у стена, есть этот баф на время. У Фантика такого вот нету. Я могу не заходить, никто не умру. Тут читать надо. Ты уже гайды успел посмотреть? Вот нет вне этой вот физики прекрасной. Вот такое плавное, такое легенькое. Ой, из Питера, блин, тут тебе рауна надо, ой. Он будет рад. Там, скорее всего, или надо смотреть. Там эта ротация еще пока откроется. А, нормально, говорит, хорошо, ты уточняй в следующий раз. Некромант, некромант, где есть вот эта девушка, которая полухил, полу там, ДД, короче, на выбор. На саму нет. Там не совсем.
У нее вроде... Это вроде у нее призывка там, да? Да. Есть какая-то. Но Самонер тогда, скорее всего, больше Ханту зачем? В одном из пеков. The Onkash tribe was called to settle here by a sacred stone. Perhaps it has something to do with your stone, and can point us in the right direction. Of course, this is just a guess. We need to see it with our own eyes to be sure. This is a teleport stone. You can open the map to teleport to its vicinity. All right, let's get going. Tap shift while moving forward to speed up the movement. That? A piece of paper? It has letters on it, it seems. Hey, you two down there! Wait! Yeah. Тебе блондинки красноглазых, блин. Каким огнем? Это не я огнем, это не я. У меня до огня как до звезды. Перерывчик на покушать очень сильно хочется. Я прям не могу, смотрю на магичку и думаю о еде. Жуть какая. А как будет прикольно с кристаллов из пролога. Положение пути. О, ага, прикольно. И что это за ледяной шторм сейчас был? Сосулька сверху упала такая одинарная. Бедолага. На ЗБТшке, но я ключ этот выпрашивал, отправлял от эту тему. А так, может, еще должны будут раздавать, по идее. Потому что я думаю, они писали, что еще там все будет, короче. Блин, у меня эти донаты нифига не отображаются поверх, потому что никто ничего не перезапускал. Вот это, конечно, да. Где-то с кем-то, что с тобой. Почему ты не со мной? Если это все-таки в отсылку к магу, то там не дождик, там маленькая капелька. Капелюсичка. Совсем. Кто ответит, почему? Что у меня там за спам происходит где-то? Все скучаю по тебе. И твой образ в голове. Почему же дождик капает по лужам? Я иду по этим лужам. Может, я кому-то нужен? Ветер дует спину мне. Ты забыла обо мне.
Думал я, что все пустяк, оказалось все не так, оказалось все не так. Это вовсе не пустяк, от меня ты далеко, без тебя мне нелегко. Да хватит уже стопать. Может, у тебя другой развлекается с тобой. О, смотрел Манагатари, там была. А вот что-то вот эти блондинистые красноглазые мне очень сильно напоминают сцену про вампиршу. У нее, правда, причетка неподходящая, но можно подобрать. Что-то как-то есть. Приятного, да рано еще? Миша, сестра от смерти? Ага, да. Да. Лицо слишком агрессивное, но похоже. Глаза будут смерти. Но они красные. Как ты думаешь? Ведь причем тут тема, она расовая, у них цвет глаз, он конкретно такой различается, его даже не поменять. Типа стилистика класса. Ты не думай, не со зла, ведь день рождения у тебя, день рождения у тебя, только рядом нет меня, не могу тебя обнять. Что люблю тебе сказать? Почему же дождик капает по лужам? Я иду по этим лужам, может я... Конечно, я спрашиваю, ты что, за ПК, что ли? Да, надо же. Это не доживу. Оказалось все не так, оказалось не так. Это вовсе не пустяк, от меня ты далеко. Без тебя мне нелегко. Как же мне жалко. А, ну у меня телега просто работает. Вот оно и продолжает. Меня звук не напрягает, просто часто ты куда идешь? Ты куда опять идешь? Маленькая. У тебя такой взгляд сейчас. Нет, не жри меня, нет, все. Фиг тебе. Напиши мне, пришла напиши сожрать. Хоть пару строчек от души. Да. И приди ко мне во сне. Тогда встало легче мне. Че это не хочешь, не такое тут происходит? Тебе души. И не будешь ты со мной. И не буду я с тобой. Че это такое? Почему же дождик капает по лужам? Я иду по этим лужам. Может, я кому-то нужен? Ветер дует спину мне. Она как-то отъелась. Думал я, что все пустяк, оказалось все не так. Такой же маленький колобочек. Мохнатый. Ну, вкусный палец, да, вкусный. Вкусный прям, прекрасный. Фиг тебе. Нет, я тебе говорю, нет. Не жрать меня. Так. Давай, падай. Ага, и снова здесь, здравствуйте. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Сыш. Да. Сейчас съедят, по-моему. Где эти волчьи? О, господи, там сердечки надо. Реально близких по анимации, это вот Айхан едят и некроманша, которая это я убиваю волчат. А в этот момент мне ноги доедают. Да что ты их трогаешь там? Стой, хватит. Где этот босс?
Все?